середина 20 века туберкулез отступил, инфаркт стал мельче на шее, воспаление легких протекает незаметно. Дружба видоизменилась настолько, что допускает предательство, не нуждается во встречах, переписке, горячих разговорах и даже допускает наличие одного дружища. Откуда плавно переходит в общение? Общением называется стертые формы гробной дружбы конца 19-го, начала 20-го столетия. Любовь также потеряла угрожающую силу середины 18-го, конца 19-го века. Смертельные случаи крайне редкие. Небольшие дозы с совкомом дома и товарищества суда дают самый благоприятный результат. То есть любовь в урбанизированном цивилизованном обществе принимает причудливые формы. От равнодушия до отвращения по вертикали и от секса до полной любимости по горизонтали. Крестообразная форма любви характерна для городов с населением более 1 миллиона. Мы уже не говорим о том, что правда второй половины 20 века допускает некоторую ложь и называется подлинной. Мужество же, наоборот, протекает скрыто и проявляется в экстремальных условиях трансляции по телевидению. Понятие честности толкуется значительно шире, от некоторого надувательства и умолчания до полного освещения крупного вопроса, но только с одной стороны. Значительно легче переносится принципиальность. Она теперь допускает отстаивание двух позиций одновременно. Поэтому споры стали более интересными. Ввиду перемены спорящимися изглядом во время спора, что делает его трудным для наблюдения, но более коротким и насыщенным. Размашистое чувство, включающее в себя некоторую безжалостность, беспощадность и жестокость, называется добротой. Форму замкнутого круга приняло глубокое доверие в сочетании с полным контролем. Человек, говорящего «да», подвергает тщательному изучению и рентгеноскопии, не скрывается ли за этим «нет». Точный ответ дает только анализ мочи, который не получит трудно. Также резолюция «выполнить» может включать в себя самый широкий смысл. Вот не смейте выполнять, то решайте сами. Под микроскопом хорошо видны взаимовыручка и поддержка, хотя и в очень ослабленном виде. Приятно отметить, что с ростом городов чувства и понятия потеряли столь отталкивающую в прошлом четкость, легко и непринужденно перетекает из одного в другое, как разные цвета спектра образуют наш теперешний белый цвет. Вся наша жизнь – спорт, потому так высоко прыгаем, что толчок сильнее получаем. Сверху посмотришь, все подпрыгивают, как на сковороде. Высоко подпрыгнул и затаился с добычей. Потому и быстро бегаем, что на сапах. Потому и тяжести огромные перетаскиваем, что в запас. Только по мешками узнаешь, откуда возвратился. По детским крикам взрослых разыщешь, по асфальту и с полком. По прямым углам новые районы, по гулу стадион, по бегу на результат спринт. Побегу за результатом сапоги. Побегу без результата бесплатное лечение. Что в молодости спорт, в старости права керосина нитки. Вся жизнь в спорте. Конечно, успехи медицины огромны. Десяткам тысяч возвращено зрение, миллионам возвращен слух. Правда, с появлением зрения возникают новые проблемы. Квартира, ремонт. Изображение в зеркале требует замены. С возвращением слуха слышны шутки и юмор по телевидению. Массу людей вылечили от болезни желудка. Им нельзя было есть жирного. Теперь можно есть все. Все, что есть, можно есть. То есть появление новых лекарств и исчезновение старых продуктов образуются взаимозаменяемые пары. Обилие пищи вызывает склероз сосудов, ограниченная вспыльчивость. Сидение гипотонию, стояние тромболимит. Что ж с человеком не делай, он упорно ползет на кладбище. Обычное время препровождения нашего человека смотреть, как бы чего не свистнули, другого наоборот, и оба как-то заняты. Половина пассажиров следит за тем, чтобы другая половина отбрала билеты в трамвай. И первая половина уже не берет, она на службе.
И те, кто стоит в живой очереди, зорко наблюдают за порядком получения очереди, которая вне очереди. Чем-то достигается эта всеобщая гармоническая тишина. Мы читаем письма и радуемся тому, насколько выросли интересы наших читателей. Семенова волнует, когда в его доме будет горячая вода. Письмо написано живо, заинтересовано с оригинальной концовкой. Липкин, пожилой человек, мог бы отдыхать, но пишет, интересуется, когда отремонтирует лифт. Письмо написано прекрасным языком, со старинными оборотами, яркими примерами. Целая группа читателей в едином порыве написала об ассортименте продуктов в ближайшем магазине. Не каждый профессионал найдет такие берущие за душу слова. Так расставит акцент. Это уже настоящая литература. Страстно и убежденно написано письмо об обвалившемся потолке. За каждой строкой, как под каждым кирпичом, встают живые люди наших дней. Уже есть стиль, чувствуется, как много пишут авторы. Условно произведение читателей можно разбить по сезону. Зимой большинство увлекается отоплением, очисткой улиц. Осенью живо пишут о люках, стогах, канализации. Летом много интересует проблема овощей, железнодорожных билетов. Но нет такого уголка, куда не заглянуло бы пытливое око нашего читателя. А насколько возрос уровень культуры? Каких горожан раньше интересовали вопросы зимовки скота? Заготовки кормов. А сейчас люди поднимаются до требования соблюдать культуру животноводства. Просят, умоляют укрепить дисциплину животноводческих комплексов. Особо интересуются сроками убора крупных рогатых животных. Каких горожан интересовало, будет нынче урожай или нет? А сейчас многие спрашивают, что уродило, что не уродило, сколько засеяно гречихи и где именно она растет. Мы читаем письма и радуемся многообразию ваших вопросов. Хочется надеяться, что и читатели радуются многообразию наших ответов. Там Сукавская песня.
дело. Пусть скажут, они есть или их нет. Лекарства. Выписывать те, что есть, или те, что лечат. И чем они отличаются? Ну, Господи, имея такой аппарат, не трудно весь художественный совет пригласить к себе. По поводу принятия этого монолога. Если кто против, спроси, сидя на башне хлеба и светилка, а почему, собственно? Мы можем даже вместе выйти на сцену. Один читает произведение, а другой тут же объясняет, почему этого не надо делать. И кто больше соберет народу. Пусть эти ребята тоже дают прибыль. Да мало ли куда можно подъехать, справиться, как там идут дела, но тут уж не по телефону, тут как никогда ваш личный приезд. И устроить прибытие скорого танка по вызову. Это вам уже не группа психологов, которая успокаивает под девизом «то ли еще будет». Это мы конкретные ребята. Вот и взвод огнестрельного сочувствия. И чтоб прошел слух, что врать и грубить вдруг стало небезопасно. И что из-за неизвестного жильца может приехать я с друзьями. И наша бронь также глуха. И Кузырев хоть на какое-то время отнимется это вранье и хамство, которое ему кажется умением работать с людьми. Пусть оно больше не вырабатывается его председательской железой. Пусть он не учит нас. Ибо результатов у него никаких. А ждать, что он сам пойдет, уже невозможно. Поля крепка, и танки наши быстрые. Поздравим себя. Все меньше удовольствия хаму, все уже поле его деятельности. Наша берет. В чем был его кайф? Изрыгнуть внезапно, чтобы все отвисли челюсть и попадали руки? Чтоб посинели лица в безумных поисках ответа? Было такое в пору пребывания в толпе мягких, воспитанных дам, юристов. Но, слава богу, эти времена прошли. Теперь хам получает повсеместный ежедневный отпор. Бледнеть некому. Хрупкая скрипачка в автобусе оборачивается и врезает между ртом и глазом матроса сантехнику. Так что тот на глазах корежится, жухнет и сваливает сугроб. Две нежные школьницы самого субтильного возраста и вида как шарахнули маком. В ответ на короткое слово, сопровождающее предложение «отойти», что не дослушав полностью ответ девочек и получив портфелем с коньками по голове, мужчина сошел через закрытую дверь. Поздравим себя! Публика перестала распадаться на выступающих и слушателей. Едины все участники дорожного движения. Наличие в руках Фагота или Ромена Ролана не дает хаму возможности надеяться, что перед ним интеллигентный человек. Усиленные занятия карате и знания мата без словаря установили часть всеобщего трамвайного равенства. Поздравим себя! Мира не имеет белых пятен, что открыты острова и плывы под реки. Очертания известны, и течение интересны, и журнал «Вокруг света» печатает карты и рассказы. Вы расскажите мне про Париж. Вы говорите, там розовый воздух. Вы говорите, там бульвары инвалидов и повсюду маленькие бистро. Вы говорите, там художники рисуют на улицах и приезжие чувствуют себя как дома. Как интересно. А вот и документальный фильм. Да-да, мы как будто там побывали, но совсем как будто мы там побывали. Полтора часа среди Парижа. И даже получили подробные ответы не на свои вопросы. Самоотверженный труд кинооператоров. Десятки кинооператоров шатаются по Парижу и служат нам миллион. А вчера, в воскресенье, в 17 часов, мы объездили с корреспондентом заповедника. Мы притаились за деревом.
читаете вот в пальмах такие названия. И острова, говорят, очень давно открыты, говорят, кем-то. И сейчас живут на доходе туристов таких-то. Выставка цветов на Гаити. А перейдет к этому работать круглый суд. А Багамские острова? Так, вы не бывали на Багамах? Ну, грубо говоря, не бывал. Вы же знаете, все время на работе. Глянешь иногда в окно, выйдешь куда-нибудь на троллейбусе. И, в общем, всегда обратно, так сказать. Умом постигаешь, воображением. Дома все себе можно представить. Я себе все представляю. И жирую и холод. До того образа не развито. Мурашки появляются, если приклянет. И вся Африка потеряю. Однажды до утра я раскачивался на пальме. Проснулся мозоль от пальмы. Я ее обхватывал ногами истребительно вниз. Видимо, меня что-то испугало там в ветвях. Ночью вскочил мокрый от Ниагары, брызгает жутко. Я понял, что Новая Зеландия похожа на Кавказ под Сухум. Австралия тут же Алтай. Нью-Йорк напоминает Киев где-то в чем-то. Я завтра посмотрю, где и в чем. Часа в два ночи появляется Сидней и раздражает меня, он раздражает. А если мне хочется с ними поговорить, то я их вижу здесь. Они же все здесь бывают. Финов вообще уже от наших не отличишь. Их не Хельсинки, тот же Кобин. Я так думаю. Попробуйте меня разубедить. А нехватку воображения можно пополнить в самом популярном клубе. Клубе кино, теле, дома, горе, путешествия. Когда своими глазами видишь тех, кто побывал в Дании. А тут мне один оптимист рассказывал. Специальная передача готовится для путешественников по телевизору. Самое, говорит, интересное будет пароход. Экран. На экране вода. Океан. Земли ничего не видит. Если океан спокойным, никто ничего. Плывем по квартирам, тишина. Только шум воды. И вдруг налетает ветер, причем внезапно, из телевизора. Так даст прямо в лицо с брызгами. Там инструкция есть. Ведро воды сзади в телевизор заливаешь с утра. На ведро воды пачку соли за 7 копеек и ветер дует. Это если диктор предупреждает, что поплывем. Потому что если поскачем, допустим, на лошадях, а аппарат сработает на брызги, впечатление не то, на лошади с веслами как дура. Значит, вот так ветер двинул брызги, лежишь мокрый, горизонт вверх, горизонт вниз. От телевизоров, видимо, будут присеять к кровати. И оператор со студии будет управлять всеми кроватями, пока людей просто выращивать не начнут. Ну, по 100 квартир в доме, и все плывут в Австралии. Если очень плохо, сошел с кровати, и все. Но впечатление потерял. А тут крики чайки из кухни, что-то кусает из динамика. Самые крепкие через наушник служит крик капитана «Спасайся!». Лежишь на койке, весь в слезах. Ну, потом выгружаемся, кто в каком состоянии, и, конечно, кто под членами клуба кинопутешествия. Парень сказал, что не будет строго, потому что очень удобная поездка. Как на кладбище, все едут под музыку. А сейчас цветная стереофония готовится. Мы в Стамбуле с корреспондентом устриц жевали. Он крикнет шторм экрана, мы по нашу. То есть он жует, стереофония, звук, свет, груз, писк. Единственное, вкус у тебя, хотя слюна уже есть. Хватит спорить.